Сегодня 10 июня 2017 года. Это поле я раньше не показывал. Поле подсолнечника, устойчиво к евролайтингу. Посеяно на поле, которое досталось мне, можно сказать, в этом году. В прошлом году здесь фермер сеял яровой ячмень. Задача была поле почистить, ну и получить хоть какие-то деньги с него. После обработки всходов евролайтингом, через 10 дней я увидел, что подсолнечник, ну, я думал, что он уже погиб. Приглашал здесь сотрудников Сингенты. Ну, приняли решение, что делать все равно нечего, пусть будет пока как будет. Вот прошло сейчас 22 недели с этого момента, я зашел на это поле, до этого я на него не заходил. Вот что наблюдаем. Там, где подсолнечника погибла точка роста, этот подсолнечник раскустился. Видно? Имеет вот такой вид. И практически, ну, на каждом растении такое произошло. Даст он урожай или нет, я не знаю, но сам факт, насколько живучие растения, вот так выглядит. Где по два побега, где по три. Непонятно, что происходит здесь с ним. Ну, в общем, посмотрим, как это все будет. Полез, конечно, свежий бурьян, который взошел после обработки. Ну, там, где проплешины есть на посевах. Ну, поглядим. Уже оставили, куда нам деваться. Что-то, может быть, отсюда и будет. Так что вот так вот. Такое показывать, конечно, нельзя. Но, ну, действие евролайтинга на вьюнок. Ну или показывать все, или ничего. Показывать только лучшие поля и говорить, что вот смотрите, как красиво. Опыт бывает разный. И с любого опыта получаем какие-то уроки. С них надо делать выводы. Да, удивительная вещь подсолнух. Здесь вообще, скажу, будет видно, нет. Сбоку просто отрос и растет дальше. Посмотрим.